несложный, не требующий очень каких-то технических оснащений серьезных и позволяющий решить проблему. Здесь давайте сделаем так, что у нас сосочка нет. Частая ситуация, два имплантата. Ну, не будем говорить, что хирург-имплантолог был плохой, просто так случилось, что нету здесь теперь сосочка. Да, как правило, мы раньше очень сильно все злоупотребляли большими размерами, диаметрами имплантата. Как только можно шире, его ставили как можно шире, забывая про господина Салама, который для всех придумал таблицу мезиодистальных расстояний имплантата, зубы и межимплантатов пространств. Соответственно, очень частая ситуация происходит почему? Когда вот здесь вот нету 3 мм. Если здесь не будет 3 мм, происходит резорбция костной ткани, вот такая вот обратная, просто костному пику. И естественно, что убыль межзубного сосочка, он просто туда западает, вовнутрь втягивается. Пациент приходит, у него прекрасные две красивые коронки и черный треугольник между этими имплантатами находится. Ну и что-то надо ему сделать, придумать, как-то решить эту ситуацию. Есть два метода. Один из них туннельный, когда вы формируете туннель, отслаивая вот эту зону, вот эту, и все то же самое со стороны неба. Перемещаете сосочек вниз. И подвесными швами на композитах это ушиваете, а внутрь подшивается небный трансплантат. Или с бугра, или с неба трансплантат, он подшивается кнутри, вот туда. Поскольку здесь у вас вот эта перемещенная плюс ткань, потом это все немножко собирается, трансплантат заполняет вот этот вот сосочек и восстанавливает. Если здесь по соотношению контактному пункту нету 5 мм, то тогда здесь надо взять и сделать вот эти вот 5 мм от основания сосочка до контактного пункта. Если контактный пункт начинается выше, тогда, естественно, это либо как-то бором сразу моделируется на месте, либо это ортопед изготавливает более новые коронки, то есть пока временные, потом уже постоянные. Но в любом случае от основания сосочка до контактного пункта у вас должно соблюдено быть 5 мм, иначе здесь никогда ничего не вырастет, сколько вы туда трансплантатов не поставите, просто передавите его. У меня вот такая была ситуация, когда идеально была проведена имплантация и были прекрасные условия, я даже не отслоила ни одного межзубного сосочка, и пациентке доктор поставила временную конструкцию в области двух имплантатов, вот так. И у меня просто через месяц, когда у меня были идеально вообще сосочки сформированы, и все была такая красота, я так радовалась, что мне настолько малоинвазивно удалось все это сделать, у меня пришла пациентка, а у нее десна вырезана, вот так. Вот теперь мы будем думать, что там делать. Мы сменили ортопеда, первое, что мы сделали. По сосочкам есть вторая методика. Сагиталь. Палатинале. Вестибулар. Имплантат. Делается надрез на расстоянии 4 мм от вершины, от границы маргинального края десны. На небе выполняется вот такой вот он полукруглый, деэпитализируется, отслаивается полнослойно, подворачивается вот сюда,
вот здесь вот фиксируется швом. И потом с небо направляющими швами матрасными фиксируется на небо. Угу. Вот здесь разрез на небе, 4 мм отступили. Полулунный деэпитализировали его, небо. То есть как срезали сосочек, да, получается? Нет, деэпитализировали. Понятно, 4 мм. Отступить просто. От края десны. В межзубной сосочек увеличивайте в объеме. Вы его вот сюда подвернете. И вот так вот подошьете. А зачем вам коронку снимать? Если у вас там нет пространства, вам надо его создать. Но коронку не надо снимать. Потому что если вы снимете коронку, она не будет там держаться. Вам нужна эта форма. У вас вот то, что мы до этого обсудили, вот расстояние 5 мм от контактного пункта до основания сосочка должно сохраняться. Если нет, сделайте место чуть-чуть побольше. Просто даже можно отмоделировать самостоятельно такую коронку. Вот таким образом он подворачивается, здесь ушивается, а матрасными швами прижимается обратно в небную поверхность. Но это удобнее до того, как вы отслоили. Вот вы сделали разрез, депитализировали, а потом отслоили уже. Отслоили? Да. Ну, методика на самом деле очень старая. Вообще еще раньше когда-то так в зоне адентии, во фронтальных участках верхней и нижней челюсти, для несъемных ортопедических конструкций, когда мостовидные конструкции фиксировали, чтобы не было вот этой щели вестибулярной, увеличивали объем, подворачивали, деэпитализировали вот эту небную поверхность и подворачивали. Ну, можете ничем, можете повязку положить туда, вот, коллагеновую губку и зашить. Это мы между. У вас будет расти сосочек. Сосочек растет 3,5 месяца, не меньше. Ждать раньше результата не имеет смысла. Но соблюдайте то самое главное, вот это взаимоотношение контактного пункта и основания сосочка. Вот эти 5 мм, это вот, если их нет, ничего расти не будет. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике стоматологической города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю, сколько знаю. Ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. Вот. И могу сказать, что она тоже верный, такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, года через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без 5 минут ученый, кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да, что она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даша? Я так понимаю, что у нее сегодня боевое крещение, да? Да. Вот, но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и не стоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь, вот, да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Ну да. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз с днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов.
Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смоляков. Великолепна подача информации, организация, проведение. И с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо Марии Александровне, Алексей Николаевич. Мастер-класс прошел замечательно. Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила, и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам. Приходите, не пожалеете. Все было хорошо, на высшем уровне.